В музее Алматы открылась выставка «Выдающиеся женщины Казахстана». В зале выставлены портреты представительниц прекрасного пола, которые внесли неоценимый вклад в историю страны. Здесь изображение первой женщины-министра иностранных дел Казахской ССР Балжан Бультриковой, первой женщины-врача Акагаз Досжановой, первой женщины-геолога Востока Патчаим Тажибаева и многих других. Всего 25 женских портретов. Автор работ – художник Лидия Дроздова. У организатора выставки Динары Асановой в личной коллекции около 3000 экспонатов. Они станут основой для первого музея женщин в Казахстане, который будет посвящен известным личностям прошлого и настоящего. Выставка продлится до 17 марта. Мы рисовали по принципу такому, то есть половина из них – это уже достаточно известные женщины, и половину из этих женщин не все знают, но мы посчитали их достойными того, чтобы нарисовать портреты, и отрисовали их портреты на базе маленьких архивных фотографий, которые нам удалось найти.